Овен. Будьте готовы к неожиданностям, они на этой неделе весьма вероятны. Какие-то незначительные события могут стать началом больших перемен в вашей жизни. Может заметно расшириться круг общения, не потребуется много времени, чтобы подружиться с новыми знакомыми. Не исключены и романтические увлечения. Новые отношения могут развиваться медленно, но едва ли вас это огорчит. Неделя будет благоприятной для начала новых дел, каких-то долгосрочных рабочих проектов. Вероятны предложения, которые откроют перед вами заманчивые профессиональные перспективы. Подойдет неделя и для того, чтобы начать учебу. Можно обратиться к дисциплинам, прежде казавшимся сложными, сейчас вы сможете освоить и их. Будет возможность исправить какие-то ошибки, допущенные раньше, разобраться в ситуациях, когда-то принесших вам немало волнений и огорчений. Телец. Обратите внимание на свое эмоциональное состояние. Неделя может принести вам немало переживаний и волнений, из-за них сложно будет принять правильные решения. Помните, спешка не приведет ни к чему хорошему, а вот хорошо продуманные шаги позволят вам быстро достичь многих целей. Стоит проявить разборчивость в деловых отношениях. Возможно, вы почувствуете, что кто-то пытается давить на вас, навязывать свою точку зрения. В таких случаях важно не поддаваться и защищать свои интересы. Будет полезным опыт давних знакомых. Именно к ним стоит обращаться за советами и поддержкой. Вам подскажут, как лучше действовать, помогут удержаться от опрометчивых поступков. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Если в последнее время возникали какие-то споры, напряженные моменты, недопонимания, сейчас все останется в прошлом. Близнецы, как бы ни складывалась эта неделя, старайтесь сохранять здравомыслие, не идти по эмоциям на поводу. Будет много искушений и соблазнов, не поддавайтесь им и помните о тех целях, которые поставили раньше. Нежелательно кардинально менять планы, отказываться от задуманного раньше. У вас будет шанс добиться заметных успехов в работе, укрепить свои профессиональные позиции. Нужно вовремя проявить инициативу, не растеряться в новой ситуации, правильно выбрать союзников. Будьте готовы взять на себя ответственность, не ждите, пока все важные вопросы решит кто-то другой. Благоприятная неделя будет и с точки зрения финансов. Вероятны денежные поступления, будет шанс заключить выгодные сделки. Важно не тратить полученные суммы на исполнение своих мимолетных желаний. Если сейчас вы проявите легкомыслие, то через некоторое время можете пожалеть об этом. Рак, настройтесь на серьезный лад. Это неплохая неделя, однако рассчитывать на легкие успехи и быстрые победы не стоит, вам придется потрудиться. Начинайте с решения серьезных задач. Благодаря поддержке союзников, данных и новых, вы быстро добьетесь нужного результата. Первые дни недели будут благоприятными для участия в профессиональных мероприятиях, посещения конференций и семинаров. Вероятно, полезные знакомства, встречи с людьми, к которым вы еще не раз сможете обратиться за поддержкой. Многим ракам пригодится их обаяние, представители знака найдут новых друзей. Во второй половине недели вероятны приятные события в семье, хорошие новости, которые будут важными и для вас, и для ваших близких. Благоприятным это время будет для поездок, экскурсий, смены обстановки. Новые впечатления окажутся приятными, благодаря им вы почувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее. Лев. Неделя будет яркой и запоминающейся. У вас появится много новых идей, а обстоятельства будут благоприятными для их воплощения в жизнь. Это благоприятное время для смелых экспериментов, начала работы над какими-то необычными проектами. Вероятно, интересные знакомства. Вам предстоит много общаться с теми, чьи взгляды и цели сильно отличаются от ваших. Это окажется не только интересным, но и очень полезным. Вы на многие вещи взгляните по-новому. Могут открыться новые перспективы в деловой сфере. Не исключено, что вам предложат нечто новое, дадут возможность проявить себя. Ваши таланты и знания окажутся очень полезны. На них обратят внимание люди, которые раньше вас едва замечали. Вторая половина недели обещает удачные сделки. Старайтесь не переутомляться во второй половине недели. В это время отдых будет для вас особенно важен. Найдите для него время. Дева.
приятной для общения. Нетрудно будет понять чувства окружающих, догадаться о желаниях и намерениях тех, кто рядом. И личные, и деловые встречи пройдут хорошо. Во второй половине недели вероятны какие-то особенно приятные знакомства. Вероятны перемены в профессиональной сфере, не исключено начало работы над совершенно новыми проектами. Будьте готовы учиться у давних знакомых, в том числе таких, которые не очень-то вам симпатичны. Весы. Это важная неделя с профессиональной точки зрения. От ваших поступков и решений будет зависеть многое, они сыграют важную роль в развитии важных для вас деловых отношений, а также в ходе работы над проектами, которым вы придаете большое значение. Старайтесь действовать последовательно. Попытки решить несколько задач сразу едва ли будут успешными, а вот к ошибкам привести могут. В личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций. Эта неделя окажется очень благоприятной для общения с близкими людьми. Удастся о многом поговорить, спокойно обсудить вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия. Важна осторожность в деловых отношениях. Не спешите связывать себя серьезными обязательствами, не давайте обещаний, если есть хотя бы малейшее сомнение в том, что вы сможете их выполнить. Скорпион. Начало недели будет довольно сложным. В это время вам придется решать несколько важных вопросов сразу, и далеко не сразу станет ясно, как это лучше сделать. Едва ли удастся совершенно избежать ошибок. Скорее всего, вы вовремя обратите на них внимание и постарайтесь все исправить. Помогут люди, которые хорошо вас знают. Прислушайтесь к их советам, как будет проще найти путь к цели. Но всем, что связано с деньгами, лучше полагаться только на собственные возможности. Нежелательно делать покупки в кредит, брать в долг у знакомых. Вторая половина дня будет благоприятной. Многие скорпионы смогут просто расслабиться и плыть по течению, обстоятельства будут складываться наилучшим образом, не придется особенно стараться, чтобы достичь поставленных целей. Это время обещает очень приятные знакомства, встречи, которые произведут на вас сильные впечатления, сюрпризы, поднимающие настроение. Стрелец. Неделя будет насыщенной, полной забот и новых задач. Не исключено, что добиться поставленных целей удастся далеко не сразу. Но вы не бросите начатое, столкнувшись с трудностями, найдете способ преодолеть все преграды. Дела, которыми вы будете заниматься, наверняка привлекут внимание, и найдутся люди, которые захотят вам помочь. Интуиция подскажет, на кого из них вы можете положиться. Вероятны денежные поступления, удачные финансовые операции. У некоторых стрельцов могут появиться конкретные планы, связанные с открытием собственного бизнеса. Будет возможность сделать какие-то удачные крупные приобретения. Самые приятные события ждут вас во второй половине недели. Она будет щедрой на подарки и сюрпризы, откроет новые возможности, которыми вы обязательно воспользуетесь. Козерог. Эта неделя будет интересной. Она наверняка принесет приятные знакомства, встречи, которых вы с нетерпением ждали. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с теми, с кем в последнее время было сложно поладить. Вам станет ясно, почему окружающие поступают так, а не иначе. Недопонимание останется в прошлом, станет меньше поводов для разногласий. Возможно, романтические увлечения. Некоторые козероги могут совершенно потерять голову. Отношения будут развиваться стремительно. Не исключены напряженные моменты, но со всеми возникающими трудностями удастся справиться, как только вы разберетесь в своих чувствах. Неделя будет очень благоприятной для учебы. Вы разберетесь в вопросах, которые прежде казались сложными, быстро запомните все, что нужно. Новым знаниям быстро удастся найти применение. Водолей. Неделя будет очень благоприятной для общения, укрепления профессиональных связей. Найти общий язык с коллегами, руководством и деловыми партнерами будет несложно. Они во многом пойдут вам навстречу, поддержат идеи, которыми вы поделитесь. Будет возможность посетить какие-то интересные мероприятия, познакомиться с людьми, чьи интересы и взгляды схожи с вашими. Вы наверняка узнаете много полезного, найдете источник вдохновения. Трудности в работе не исключены, но они не станут непреодолимыми и не лишат вас уверенности в успехе. Вы сохраните оптимизм и проявите настойчивость, то и другое поможет достичь.
добиться нужного результата. Общение с близкими будет радовать, хорошо пройдут и дружеские встречи, и романтические свидания, и семейные мероприятия. Скорее всего, на этой неделе вам предстоит принимать гостей, все отлично проведут время. Рыба. Неделя будет очень благоприятной для общения. Ладить с людьми будет легко, вы на многих произведете наилучшие впечатления, вовсе не прикладывая для этого усилия. Вероятно, успешные деловые переговоры. Возможны поступления из неожиданных источников. Но и расходы и не исключены. Следите за тем, чтобы они не были напрасными. Не спешите с покупками, не заключайте сделок, не изучив все условия как следует. Старайтесь не переутомляться, не забывайте делать паузы для отдыха, отвлекаться от дел, время от времени менять обстановку. Все это поможет сохранять хорошее настроение, несмотря на некоторую напряженность эмоционального фона.